Чебоксарах в 26-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». На старт! Внимание! Легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Грани» называют одной из самых массовых среди подобных соревнований. По традиции участвуют коллективы предприятий, студенты, учебных заведений, школы и детские сады. Это площадка, которая объединяет абсолютно все возраста. Около 500 человек одномоментно собираются на стадионе. И отрадно, что в этом году нас поддержали чебоксарские детские сады. Отдельный конкурс провели среди команд поддержки.